Оставили нашего робота. Теперь мы можем наблюдать, что они там делают. Маргариту не видно. Маргарита, видимо, там с телефоном где-то сидит. Привет, ребятки. А, да, там, да. Мы немножко проспали. Нету. А где твои башмаки? Ну вот же они под куртками. Немножко проспали сегодня. Ну, не совсем еще. Пока еще они успевают, просто проснулись, получается, без 10:08, а им 8 уже выходить. Дети уже идут. Бежали быстренько. Сегодня последний день. Давай, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я засняла, как ты играешь? Давай, играй. Давай. Будем снимать, как ты играешь. Что? Лапки. Ну ты вон там по дивану гоняй. Смотри, упала машинка. Это Баквиль. Да. Кариночка, ты поела? Ты все съела? Нет? Иди доедай. А, Каролин, сегодня на танцы пойдем? На танцы пойдем сегодня? Да. Сегодня хотим сходить на пробный урок. Да. На балет. Посмотрим, если Каролине понравится, то она пойдет. Да? Пойдет она со своей двоюродной сестричкой. Давай, иди докушай, я тебе причешу. Зубки почистить надо. Да? Давай. Расчесочку неси. А вон расческа на столе. Да, давай. Привет, ты опять первая. Ну что, поздравляю. С началом каникул. Ура! Дай пять. В смысле нет? А, ну еще в обед. Ну в обед вы будете фильм смотреть, там никакой учебы. Что такое? А что у тебя за рюкзачок такой? Этот наш учитель спорта опять нам подарил. И там внутри шоколадный зайчик. Давай показывай. Там что-то стеклянное. Было сегодня. Угу, свечечка. А ты сама красила эту бутылочку? Да. Ну, не красила. Ой, баночку. А, это ты как бумажками, да, обклеивала? Вот. Это кто подарил? Я еще открытки сделала. Здесь вот я такие открытые. Открыточки? А кому ты дарить будешь? Не знаю, тебе дам. А это я делала BFF Симой. У нее другая сторона. Это у нее нижняя сторона. Здесь у нее Дед Мороз лицо. И здесь у нее пальчики. Сколько у тебя открыточек, а? Кому ж ты дарить-то все будешь? Ну, я не хочу сейчас эту кушать. Хорошо. Ой, какая прелесть. Снеговик. Какой красивый. Только мы потом, когда покушаем, ладно? Мы сейчас будем кушать. А то сейчас аппетит испортите. И потом давай его положим. Потом, когда покушаем, будем кушать снеговичка. Хорошо? Я вам всем подарила это. Здорово. Супер. Супер-супер-пупер. Он тоже нам подарил. Бутылочку и шоколад. И Николёк. Угу. Хороший у вас учитель. Подарочки вам дарит сладенькие. Маргошка, что, не по пути с тобой была? Не видела ее? Нет? А, у нее спорт. Понятно. Мама, что? Когда мы идем рисовать.
Эту штучку. У тебя же рубашка была. Маргарита еще одну сделала снежинку. Такую вот нам на дверь. Все? Ты порядок навела? Пойдем проверю. Каролина, у нас порядок. Вот, молодец, умничка. Давай это еще убирай. Еще чуть-чуть осталось. Да? Молодец. Ну, как чистенько, игрушечки все сложила. Умничка. Что, у вас там календарь еще не закончился? А то ребята спрашивают, открываете вы или нет. Какое сегодня число? 21-е? Открывай. Вау! Как его зовут? Дино. Йоши. А на холодильник на прицепи. Открыла 22-й? 21-й. 21-й она открыла. А у тебя конфетка? Которую я положила. А где у тебя 22-й? Который я уже вчера съела, потому что когда у меня открыли 18, я начала открывать, я открыла 19. Нету больше, Макси. А когда у нас появились конфетки, я положила. Ой, Мас, Макси. Ксения, там минут или Мас, весь? Мас. Ну и Мас. Тату лаверту. Там я наста верка, там я наста верка. Лаймас. Ребята, вчера купили хурму. Очень люблю хурму, просто обожаю. И смотрите, как она у нас называется. Она у нас называется каки. Смешное название, правда? Для хурмы. Просто каки. Кто хочет каки? Очень вкусная хурма. Не вяжет. Так, сейчас быстренько поджарю картошечку. И вот такие вот Gordon Blue. Сделаю. Здесь это куриное, здесь внутри ветчина и сыр. Поджарю сейчас. Не поджарю, а именно испеку в духовке. Ты что делаешь? Я мою книгу. Какой? Это где я... Мам, это зигги. Это пульсы. Я, у меня нет ничего. Ты готова пойти сегодня на танцы? Да. Да, нужно одеваться, потому что через час придет Марселя. Да. Сема, ну такой... Знаешь, какой. Капкейк ко мне, все такое. Не знаю. Ау. Такой. А вот здесь нету? А, нет, нет. Ну, закрой крышкой. Не знаю, куда ты его убрала. На кровати нет? Тут нет? Нет, я на кровати. Здесь я тоже уже искала. А куда ты могла его убрать? В сумке там нет? У этой? Да. Не знаю, я не видела. Не видела. А ты что, собачек берешь с собой? Да? Одна собачка берешь. Одну собачку берешь, чтобы нет, фильм смотреть? Одна в рюкзаке. Все семейство взяла. Пингвина надо было взять. Нельзя. Вот пингвин, там на него сверху ляжешь и все. Как это нельзя? Нельзя такую большую. Жалко. Вы тоже фильм смотрите? Нет, мы уже смотрели. А, уже смотрели? Понятно. Ну все тогда. Мы смотрели Пэтс. Каролина, Макси, собираться, пойдем одеваться. Пойдем быстрей. Нам уже скоро выходить надо. Пойдем. Давай, давай. Нет, это Каролина убрала зайка моя. На, вот так. Да, вдвоем убирали? Вот так. Я видела, что Каролина убирала. Так. На. На. Макс, твои штаны. Кофта. Одеваемся. Все, готово? Танцевать. Балерина. Красавица. Все, как раз.
Ребят, мы сейчас не дома. Мы выехали за покупками и наблюдаем за детьми. Оставили нашего робота включенного, и теперь мы можем наблюдать, что они там делают. Вон Ксюша ходит. Где Маргарита, не вижу. Это наша бабушка. Ксения заметит или нет? Видите, как можно уходить и... А теперь мы отправим сообщение. Ой, нет. Вот. Малыш, не смотри так долго телевизор, а то будут болеть глазки. Ксюшка поняла, что мы наблюдаем. Здесь можно отправить мордочку вот такую вот. Можно писать. Привет. Ксюша. Привет, она. Как? Как дела? Хорошо. Como tú haces para que él repita? Espera. Yo hablar. Так что, ребят, мы спокойно можем... Aquí puedes escribir, él va a hablar español también. Aquí. Папа сейчас на испанском напишет. А я очень люблю вот такие цветочки. Просто обожаю орхидеи. Их тут так много. Ой-ой-ой, какие они красивые. Вот это вообще обалдеть. Я такие не видела раньше. Все, папа, пойдем. Не, ну здорово, так можно наблюдать с детьми. Папа там. Да, игрушек. Да, игрушек, игрушек. Там вообще огромный какой-то желтый валяется. Что у нас здесь? Единороги. Ну, единорогов нам хватает. Взяли, короче, Макс вот такую вот машинку, которой ему не хватало. И вот такую вот тоже взяли. Большую. Папу шоу. Щенячий патруль. А это разговаривает собачка? Угу. Ой, там еще один шевелится. Ну, это не написано, сколько метров. Может быть, там... Llevamos. Слушай, но все равно нам нужна бумага. Ну, mira lo que es. А, вот такой вот тигр Каролине нравился. Кирилл тигр? Каролина тигра хотела. Вот, ну, а что с ним делать? Hola. Ой, он упал. ¿Cómo está ahí? У нее есть такие, у нее уже обезьяна, кошка и динозавр. Пойдемте. 9 часов, сколько мы? 3 часа мы гуляем, ходим. Мороженое мое растаяло уже. Пока здесь в машине лежала. Почему работают эти дворники? Все, поехали. Фух. Это я завтра пойду на день рождения. Подарю дерево, фикус, бонзай. Бонсай, как он называется. Нужно посмотреть, чем занимаются дети. Бамуэрки асанинюс? Сейчас мы посмотрим, включим камеру. И посмотрим. Все, уже магазин закрывается. До 9 часов сегодня открыто. Но еще будет суббота и воскресенье тоже открыто. Завтра мы опять поедем утром.
У меня есть время до вечера, потому что вечером на день рождения я ухожу. И в воскресенье тоже работает, но в воскресенье я не хочу никуда ехать за покупками, потому что я уверена, что будет все заполнено, переполнено. Сейчас все за покупками едут. Ну что, сейчас мы посмотрим, чем занимаются наши дети. ¿Cuánto le vamos a pagar a la señora este mes? Вон сидят. Сидят, мой сладкий. Каролина телевизор смотрит. Ксюшка вон. Маргариту не видно. Маргарита, видимо, там с телефоном где-то сидит. В комнате. Или с Максом. Телевизор смотрит. Здорово, так удобно, раз посмотрел, чем занимаются дети. А мы уже дома. Девочки уже надели пижамы свои, которые я им купила. С такими единорожками. Ксюшке немножко большая пижамка. Ну ничего, ну, нормально. Че, соскучились? А? Ксюнь, чем занимались, рассказывай. Мы? Да. Макса спать уложили, да? Молодцы. Макс спит уже. Маргуша тоже, он в пижаме. У них пижамки отличаются цветом. Да? И единорогами. А, единорогами тоже отличаются. Я почему-то думала, что они одинаковые. Правда, я когда... У Маргиты сердечки. Я когда выбирала, то мне показалось, что они одинаковые, точно. Оказывается, они разные. Ну нет, это я очень-очень долго мыла стоп, что Макс перчатка. Угу. А мы смотрели за вами через камеру. Тебя вообще не было видно. Ты постоянно, наверное, была в этом, да, в комнате, да? Угу. Я только видела Ксюшу, Каролину и бабушку. Больше никого не видела. Дай попробую. Вкусная. Нормально. Но нам еще завтра нужно поехать в одно место. Ну что, давайте спать. А, Маргуш? Да, давайте уже спать. Я тоже пойду спать, потому что время уже поздно. Ой. Знаешь, что мы не купили? Траву кроликам. Завтра утром надо купить. Завтра утром поедем, купим кроликам травку. Время уже, между прочим, почти пол-один. Почти пол-11. А что, ты не слышала, как робот разговаривал? Я сообщение посылала. Ксюш. Так, Ксюш, убавь телевизор. Ксюш, ты не слышала, когда я через робота сообщение отправляла? Ну, когда я говорила через робота, и он вам говорил, вы тут сидели, как будто бы не слышите. Не слышала? Нет? Я говорила, Ксюша, привет, как дела? Это не, даже не это. Не смотрела на меня. А мне кажется, что мне не нравится. Песня слушаю. Потому что сейчас, когда дверь закрою, будет тихо очень, и поэтому будет... Слышно хорошо. Все, давай, спокойной ночи. До завтра. Завтра очень много дел тоже. Так что все. Пока. Пока, ребятки. Куда? Завтра... Да? А почему на улицу? Потому что вам не... Завтра полдня не будет дома. Чего? Ты же завтра полдня не будешь дома. Все. А утром поедешь спать. А Лилита тоже поедешь? А потом да. Ты будешь... Угу. А мы же сами будем дома? Нет. Все, спокойной ночи, детки. Все, всем пока-пока. Пока, ребят.